В рамках реализации проекта «Чистая страна» и контроля исполнения программы наказов избирателей Подмосковья «Территория перемен», сформированной на основании народной программы партии, одинцовские единороссы проинспектировали ход работ по очистке пруда в деревне Шульгино. Работы проводятся с целью расчистки акватории водоема от мусора, большого количества ряски, водорослей и сухостоя. Но главное – создать благоустроенное место для отдыха, отметил депутат окружного совета депутатов Станислав Улитин. Жители деревни Шульгино совместно с территориальным управлением летом приводили пруд в порядок. Мы проинспектировали состояние расчищенной акватории, сотрудники МБУ убрали мусор и доски, плавающие на поверхности. Также вместе с жителями высадили саженцы ивы на берегу пруда.